И прикройте глазки. И посмотрите, куда внимание сейчас само течет. Вот само. Мы не знаем, как правильно, и это не наша задача, да, просто вот куда оно само течет. Мы не пытаемся его никуда специально направлять, просто смотрим. Как оно живет в теле? И вот из этого состояния мы находим хотя бы маленькое, а может быть чуть больше, у каждого по-своему, какое-то движение, которое в теле тоже живет само. Вот всегда в теле что-то живет, да, все что-то двигается. Это дыхание, может быть, да, или это ощущение пульса. Вот просто посмотрите, что вы заметите. Или, может быть, какое-то маленькое движение родится, вращение или какие-то потягушечки. Вот просто посмотрите, как бы мне сейчас приятно, хотелось бы вот начать очень мягко, очень бережно. Да, даже не мне хотелось, а телу бы как хотелось. Вот, да, может быть, потянуть пальчики, стопочки, вот как бы хотелось. И дайте это своему телу. Да. Кому-то хочется просто дыхание, побыть с дыханием, побудьте с дыханием. Кому-то хочется что-то, чем-то пошевелить, пошевелите. Да? Просто заметьте, что просит тело. Не делайте что-то специальное, да? А прям заметьте, вот оно просит там, может быть, голову чуть-чуть потянуть, шею, да? Или плечи, или бедра. Вот какое место в теле просит сейчас чуть-чуть нашего. Да, вот чуть-чуть включить движение. Какое именно движение? Да, и сейчас мы попробуем вот это маленькое движение или большое движение. Мы прямо дадим такое небольшое задание подвигать каждой косточкой тела и пальчиками ног. Вот давайте начнем со стоп и прям пошевелить ими, да. Вот любое движение, которое вам приятное. Что это будет, да? Вот как стопы сейчас. Как стопы? Что просят сейчас стопы? Какое движение рождается в стопах? Да. Покачать или как-то развернуть, или пальчиками пошевелить, или пяточками потянуть. Вот смотрите, что просится. Что просят стопы? Да, те, у кого ножки скрещены, можно их развести в стороны. Да, и мы идем дальше и даем движение щиколоткам, да, вот посмотрим, потому что внимание наблюдает это все, да, вот как щиколотки, они что сейчас просят, да, какое движение, маленькое, побольше, или наоборот хочется к ним прикоснуться, да, и я предлагаю сейчас вот прикоснуться, да, еще прикоснуться. И к щиколоткам, вот что они просят, да, стопы и щиколотки. Да, может быть, пообнимать, может быть, попроминать, может быть, погладить или просто подержать руки. Дайте себе это прикосновение, но именно из ощущения, как мне сейчас приятно. Да, и побудем немножечко с одной стопой, с одной щиколоткой, да, мы сейчас в щиколотках, пока выше не идем, да, пяточки и другая стопа, пальчики, да, займите то положение, в котором вам удобно дотянуться, чтобы не напрягались остальные мышцы. Если вы сидите в один рядочек, можно кому-то сесть поближе сюда, в центр, чтобы не локтями и да, не мешать друг другу. Найдите это положение, да. И мы пойдем дальше, да, и идем голень, икроножная, да, и вот здесь тоже даем себе то прикосновение, которое мне приятно. Можно поздавливать, можно поскручивать, только не спешите, пожалуйста, да.
То есть у нас задача, как мне приятно сейчас. Вот прям почувствовать. Как мне приятно прикоснуться к своим голеням, к своим икроножным мышцам. Погладить, поджимать, разные движения. Прямо экспериментируйте, исследуйте себя сейчас. Исследуйте, как мне сейчас сделать себе приятно. Да? И вторую ножку тоже, если вы еще не сделали. Да. Проглаживание, проминание, скручивание, сдавливание. Смотрите, что приятно. И мы напитываем себя вниманием и вот этим бережным, любящим прикосновением. То есть это не массажные техники, а это техники именно из удовольствия. Я прямо вот даю вам сейчас эту фокусировку. Да, удовольствие. Я сейчас делаю, как мне приятно. Я получаю удовольствие от прикосновения к себе. И пойдем на коленочку, да. Тоже ее можно поджимать с разных сторон, покрутить, погладить. Старайтесь двумя руками на одной ноге, если вы сейчас прикасаетесь к себе, чтобы не сразу обе ноги, а прям по одной. Да? И коленочку, как мне приятно. И я сейчас отдыхаю. Вот это тоже фокус. Мы ничего не делаем такого специального. Я сейчас отдыхаю. Очень важно не то, что мы делаем, а то, с каким намерением, да, с каким состоянием мы идем в прикосновение к себе. И мы переходим на бедро. Меняйте позы, ищите, как вам удобнее. Хочется встать, встаньте. Хочется сесть поудобнее, ногу положить, как-то еще. Кладите, пожалуйста, исследуйте себя. Потому что все в разных позах сидят, и все по-разному себя чувствуют. Давайте это себе из ощущения, чтобы все остальное тело не напрягалось. И мышцы бедра большие, да, то есть здесь можно и плотно проглаживать, прямо вот две руки параллельно, можно поскручивать, да, можно попроминать. Здесь лучше не пальцами, а ладонями, да, потому что там, где большие мышцы, там пальцами может быть больно, здесь лучше большую площадь прикосновения. И прям чувствуйте, слушайте себя, слушайте. Как мне приятно, да? Одна ножка и вторая ножка тоже. Даем себе питание, даем себе вот это прикосновение из ощущения, а здесь как? А здесь вообще не хочется прикасаться или хочется просто остановиться и подержать руки, замереть или плотно прогладить. Как мне сейчас приятно? И дышите, пожалуйста, дышите, да, и мы идем дальше, мы идем на, прикоснитесь к своим ягодицам, пожалуйста, они тоже у нас целыми днями любят посидеть, прямо вот можно встать, прикоснуться, можно сидя, как вам будет приятно, да, к бедрам, к низу живота, к промежности, если вы спокойно к этому относитесь, да, если нет, то не прикасайтесь, да, да, низ живота. И вообще животик прям прогладьте себе. Вот так вот, чтобы было хорошо. Вот как я к животику своему прикоснусь, чтобы прям мне было прям вообще классно. Да, в удовольствие. Да, выдыхайте, пожалуйста, выдыхайте. Да, к ребрам тоже можно плотненько их прогладить. Да, бочка тоже прямо от подмышки до бедра таким плотным движением. Да, и попробуйте быть вниманием в одном месте. Вот вы, да, можно сразу с двух сторон. Попробуйте, вот если один бочок, то прям обе ладони с одного бока. Да, если другой бочок, обе ладони идут. Да. Потому что мы легко уходим в автоматизм, а здесь и замедляйтесь прям вот, и кайфуйте, как мне сейчас приятно. Спинка, где дотянемся, тоже дотронемся до спины.
прогладим, промнем какими-то плотными движениями. Да, если получается с закрытыми глазками, оставайтесь с закрытыми глазками. Если нет, как вам удобно, делайте, как вам приятно, да, спинка. И давайте сейчас вот прогладим себе спинку, да, в разных направлениях и задержимся, почки надпочечники, подержим там руки. Просто погреем эти места, да, особенно те, кто сегодня говорил про тревожность, прямо вот побудьте. Те, кто стоят, коленочки мягкие. И дышите, давайте себе вот это вот тепло. Тут наш кортизол, вот мы его сейчас погреем. Да, почки вообще любят тепло. И надпочечники тоже. Угу, да, ощущения достаточно. Вот, хорошо, выдохи пошли, да? И дальше идем. Грудная клетка. И здесь вот давайте мы вот легонечко постучим себя пальчиками. Прям постучим по центру, да, вот грудины. Здесь можно пройти по ребрам. Прям пробиваем. По ключицам. Побудьте здесь подольше. И вот именно... Хорошее, да, кто звук добавил, можете добавить тоже гудение. Лучше с закрытым ртом, с закрытым, губы сомкнуты, зубы разомкнуты, такое мягкое гудение, и наполняемся. Да, и сейчас одна ладонь у нас будет на грудной клетке, другая на животе. Продолжаем гудеть, просто даем себе тепло и наполняемся звучанием. И чувствуем, как звук живет в теле. На любой высоте. И расслабляем то, что еще хочется расслабить, если заметили. Не поем только на одном звуке каком-то, останавливаемся. Гудим, как большие такие шмели. И прям смотрим, где звук ощущается в теле, продолжаем звучать. Коленочки мягкие, стопы устойчиво стоят, гудим, наполняем себя звучанием. Хорошо. Вдох-выдох глубокий. И переходим на плечи, предплечья и промнем руки, прогладим, тоже найдем... Какое движение у нас рождается, какое движение просится здесь. И мы как будто исследуем себя, а какой, какая я сейчас на ощупь, как я сейчас ощущаюсь. И где здесь удовольствие мое? Да, какое это может быть прикосновение, чтобы с удовольствием. Да, пальчиком дать прикосновение ладоням. Да, лучше не разговаривать сейчас, да. И другая рука тоже. Вот чтобы каждый наш нанометр получил прикосновение. Да, вот везде, где мы можем себя потрогать, да, прогладить, промять, да, подарить себе это тепло, подарить себе это принятие. Вот такая, такой я сейчас. Вот так я сейчас ощущаюсь. И мы переходим на шейно-воротниковую зону, да, можно. Присесть или останьтесь стоять, чувствуйте, как вам удобно, меняйте положение. И мы прямо вот это большие мышцы, я покажу, да, можно подтягивать или найдите свое движение, которое приятно, можно захватить, потянуть и дать выскользнуть этим мышцам. Да, как приятно. Да. Здесь у нас очень много всегда накапливается нашей ответственности.
Вот, поэтому мы сюда прям вот можем размягчить немножечко эту нашу ответственность. И шею тоже, да, можно горсточкой, можно тоже подтягивать эти мышцы шеи в разную сторону. Дышите. И как это сделать приятно, да? И мы перейдем на основание черепа такими подкручивающими движениями, да, вот так вот. Разомнем вот эту часть, где начинается, заканчивается шея, начинается череп. Вот там у нас тоже много чего собирается. И вот приятно дадим. Да, посмотрите, как лучше наклонить голову, чтобы в этом месте было можно расслабить мышцы. Да, удобное положение найдите. Вот те, кто меняет положение, прям молодцы. Вы слушаете себя, прям продолжаете себя слушать и давать. Как мне сейчас приятно. И мы перейдем на голову и будем тоже сдвигать кожу головы вот такими подкручивающими движениями, как будто мы хотим чуть-чуть ее сделать более подвижной. Да, можно пальчиками, можно ладонями. Более крупное движение. Экспериментируйте, пробуйте, как мне сейчас приятно. Можно поздавливать голову в разных проекциях тоже. Выдыхайте, выдыхайте, дышите. Вот. Вот. Да, да. Да. И чтобы вот вся вот эта вот часть головы, там, где у нас растут волосы, да, вот прямо кайфуйте, да, потому что здесь тоже много напряжений. И мы сейчас их прямо размораживаем, выпускаем. Да. И можно постучать еще по голове так легонечко такой. Такими пальчиками. Да. В своем темпе найдите, как приятно, побыстрее, помедленнее, прям удовольствие. Удовольствие, как мне сейчас приятно. И мы сейчас побудем с нашими ушками, попрожимаем их чуть-чуть, да, вот так вот сдавливаем с двух сторон. Не разминаем, а именно сдавливаем ушную раковину. И как мне сейчас приятно, да, здесь тоже очень чувствительные наши части, да. Да, можно и вот саму ушную раковину чуть-чуть, да, дать ей движение чуть-чуть, потянуть ушки вниз, вверх, прямо горсточкой захватывать, чтобы было на грани боли и удовольствия, да, найдите вот это соотношение, где это живет, да, вот как это сейчас приятно, да. И сейчас мы перейдем на лицо, и давайте разотрем ладошки. И попрожимаем лицо, как будто бы вот это наша социальная маска, мы ее размягчаем, да, и вылепливаем другую, вот такую, какой нам хочется. До этого она была такая для всех, а теперь для нас, да, вот мы ее как глину, как пластилин, да, обнимаем лицо, прожимаем, как будто мы хотим его прям почувствовать, как под тканями косточка ощущается, да, скулы, виски, челюсти, подбородок, нос. Хорошо. И давайте пройдемся по лицу тоже таким легким пальцевым душем. Начинаем со лба. Легонечко простукиваем, да, от центра к вискам, виски, брови от переносицы. Переносится вокруг глаз. Да, дальше идем по верхним зубам, нижние зубы, челюсти, да, простукиваем хорошенечко подбородок. И сейчас челюстные суставы, да, вот здесь, пожалуйста, мягко подвигайте челюстью в разные стороны, где приятно. Можно растянуть, да, побудьте здесь через... Здесь у нас очень много напряжения. Отпустите челюсть вниз, насколько можно, такое лицо дебила, да, и подвигайте немножко. Сейчас никто ни на кого не смотрит, кто более дебильный, мы все достаточно дебильны сейчас, да. И в разные стороны мягенько подвигайте.
Да, и можно поиздавать дурацкие звуки, повысовывать язык. Да, никто приличных не осталось уже, да? Все, снимаем все эти социальные свои истории. Сейчас можно, мы все здесь такие. Вот, сначала были все невротики, теперь все немножко дебилы, а теперь еще и неприличные, к тому же. Да? И сейчас на грани, мы идем дальше, и на грани ощущений, да, мы прикасаемся к лицу, как будто перышком или травинкой проглаживаем себя от лба, идем по щекам, медленно-медленно, едва касаясь. Вот прям кайф, поймайте это удовольствие. Как можно самим себе это удовольствие доставлять в любой момент. Да. По губам, по бровям, по векам пройдитесь вот таким нежным, очень чувственным, очень тонким прикосновением. По щекам, по подбородку, по ушным раковинам, по шее. И прям кайфаните. Да, можно почувствовать, да, пройтись по рукам, как это ощущается, когда вы переходите на одежду и на вот эта разница. Да, тут так ощущается, а когда на голую кожу перехожу, вот так ощущается. Прям вот едва касаясь. Угу. И сейчас останавливаемся мягко, вот там, где вы находитесь, кладем руки так, как удобно, чтобы было расслабление, и наполняемся вниманием на все тело, да, мы сейчас двигались, да, сейчас наполним вниманием все тело целиком, и как это ощущается, вот просто проживите себя после того, как вы к себе прикасались. И прям посмакуйте эти ощущения, как я сейчас, на вкус. И побудьте с этим вниманием, не убегайте, просто побудьте в ощущениях. Если чувствуете, что мысли там какие-то появляются, просто переводим внимание в тело опять. И сейчас глубокий вдох и выдох. Прям с облегчением, с удовольствием, да, со звуком, хорошо. И еще, да. Вдох и выдох с удовольствием, прям с кайфом вдохните и с кайфом выдохните. Да. И еще один такой прям в кайф. Да. И сейчас почувствуем пространство вокруг. Почувствуем людей вокруг. Почувствуем, как воздух касается кожи. Почувствуем, как одежда касается кожи. Почувствуем волосы, брови. Послушаем звуки, какие есть в пространстве. Ближние, дальние. Ну, теперь послушаем, как мы слушаем. Вот само слушание, как это ощущается, проживается. И сейчас еще один глубокий вдох и выдох. И мы не спеша
открываем глазки, впускаем свет, не пытаемся сразу идти в контакт и оглядывать людей, а сначала рядом с собой, вот то, что мы видим, да, и как будто заново создаем это пространство, как оно переживается, как это сейчас. Это не что-то, что мы знаем, а что-то, что мы как будто бы впервые видим, как это ощущается. И просто таким вот блуждающим взглядом пройдемся вокруг. Как переживается эта фактура, это цвета, это расстояние. И можно мягко улыбнуться себе и поблагодарить себя за практику. Если захочется прям себя обнять, можно обнять. А если нет, то можно просто прям сказать «спасибо, дорогая я», «спасибо, дорогой я». Да, и можно назвать себя по имени или каким-то приятным словом, которое бы вы хотели услышать от любящего человека. И если хочется потянуться или как-то еще где-то к себе прикоснуться, то можно это сделать. И потихонечку возвращаемся. Да, и сейчас я бы предложила вам такой маленький шеринг, у нас 10 минут. Вот, поделиться, как вам было в этой практике, да, что вы про себя узнали, почувствовали, что удалось, что было сложно, что было легко, что было приятно, что неприятно, может быть, стыдно, не дай бог, да, стыдно же прикасаться к животу, не знаю, почему, к носу, вот. Да, буквально несколькими словами. Во-первых, скажите, как вы сейчас, да, назовите состояние, как оно поменялось, не поменялось, стало вот так. И как колыбельных перед сном заботиться о себе, это вам вот гарантия, что сон будет самый лучший. Вот самый лучший. Не просто там быстро в телефоне что-то такое проверил, утром просыпаешься с разбитой головой. Да? Вот дал себе эту любовь, с чем лег спать, с тем и будешь спать, да? Лег спать с тревогой, будешь спать с тревогой. Лег спать с любовью, или будешь спать с любовью. И для этого никто не нужен, тебя достаточно. Да. Сергей. Смотрите, я не такая вредная, потому что у меня чего там, велосипеда не было, да? А потому что, да, а потому что это тоже определенный язык, который мы учимся называть свои чувства и состояния. И мы здесь этим тоже будем заниматься. То есть вот это проговорить, а как мне сейчас? Это еще один способ зафиксировать, где я нахожусь, как я разговариваю с собой, своим телом. Да, потому что мы привыкли оперировать действиями, а это ощущение, это другой мир. Это как говорить о запахах. Да? Вот сказать, этот запах мне неприятен, а это приятен. А там целая гамма. Да? И вот мы начинаем потихонечку осваивать эту сферу. Она для большинства из нас, она свежая, прям скажем. Да? Вот называть, что вот. Так вот. Я вам так благодарна, что вы находите эти слова, и мы будем вот те, кто еще на пути, да, мы все на пути, на самом деле, к этому. Мне тоже страшно нравится, когда человек, ну, так умеет детально, мне кажется, ну, я так еще не умею. Вот, ну, вот так я хочу научиться. Это правда, вот так. У нас, у большинства вот этот навык чувствовать себя в теле, он... Ну, слабо, да, слабо доступен. Это тоже, вот у нас это называется, что мы будем свое тело, мы приглашаем его, мы его зовем, потому что долгое время, ну, мы жили в голове, и когда мы начинаем потихонечку, знаете, как вот выманивать из норки, из зверька, да, вот как мы приглашаем его, давай, давай, у каждого это по-разному, и точки входа, у кого-то через эмоции будет, у кого-то будет через ум, у кого-то сразу через тело. Это не хорошо и не плохо. Вот сейчас у меня так. И когда вот мы можем сказать, да, у меня поменялось состояние, да, мне стало легче, да, мне стало спокойнее и так далее, это уже хорошо, что вот этот вход для меня работает. Да? Поэтому смотрите, в каждый момент может быть у каждого по-своему. Саша, все вот записано. Вот я бы еще хотел бы... Молодец, Саша, молодец. Потом дашь списать? Вот у мужчин есть такое понятие, что заняться телом – это пойти в спортзал, да, фитнес какой-нибудь там. Вот ощущение, что вот мы занимаемся телом. Но обратите внимание, да, чем мы сейчас занимались. Мы задействовали тактильную нервную систему по поверхности.
Мы не качали мышцы, мы ничего не делали особо сильно, да, никаких. Вообще не делали. Вообще как бы ничего просто не делали. Были. Мы просто прикасались и наслаждались от этого. Мы просто искали, как вот телу понравится. И вот это вот понравится, оно как будто бы. Чем больше мы вот эту связь устанавливаем, тем больше кайфа еще. И это как снежный ком, который нарастает. Это совсем другая, как бы, другой подход, действительно, другой язык. И вот важно его разделить просто от зарядки, от даже йоги. Йога немножко про другое, но вот здесь задействуется именно тактильность. Да. Наш самый такой. Ну и фокусировки, причин, да, да, что вот я про удовольствие сейчас. Я не про то, чтобы там что-то такое поменять, быстро там что-то. Нет, вот быстро. Но тело и есть земля, да, вот особенно нижняя наша часть, это вот когда там все говорят заземление, заземление, и вот это оно, когда мы хотя бы с ногами, да, если нам нужно себя привести как-то так более-менее уплотнить, да, и вот с ногами, с бедрами, да, стопами, и это уже вот прям дает это ощущение большей устойчивости. Опорность, да, да, спасибо тебе за это, фокусировку. Тело само просит, правда, оно, да, оно просит. Здесь вот единственная разница в том, что это с вниманием, да, когда с вниманием, то это вот такая прям очень глубокая история, потому что мы, правда, реально в этот момент отдыхаем. Это вот такой, то есть я вам дала полный объем, да, сколько мы там, почти 15 минут, наверное, если не больше, да, это вот 3 минуты такого. И вместо того, чтобы там, я не знаю, выпить другую чашку кофе или там, я не знаю, вот просто потрогать себя. И все, и состояние меняется, перезагрузка. И потрогать с приятностью. Именно, да, с удовольствием, с вниманием, да, да, не на автомате, да. Да. У каждого будет по-своему, потому что бывает так, что у кого-то в сон, в расслабление, у кого-то наоборот тонусное состояние. Все зависит от того, вот что телу в этот момент надо. Оно умное, оно знает лучше нашего, так что что как есть, так и есть. Ой, да. Вот на самом деле вот многие сказали, что мы начали тренинг, что у всех волнение как-то тогда. Вот мне что-то напомнило это, что вот люди волнуются перед свиданием, да? А это было у нас свидание с самими собой, на самом деле. Мы вот как вот мы в отношениях, да, вот с любимым человеком, и вот точно так же можно и к себе. В этом, ну, вот это такая целительная сила в этом, да, потому что здесь не просто вот мы как-то там мнем, там, ну, мышцы надо там, не знаю, затекли, там, надо размять. А вот именно та приятность, которая вырабатывает вот этот окситоцин, вот этот гормон принятия, удовольствия, почему это прикосновение очень эмоциональное. Это прям эмоциональный язык, то есть это прям очень вообще роскошный язык, да, природный, который мы как-то вот подзабыли. Да, и мы как раз, тактильность вообще это первое чувство, которое включается у ребенка, оно включается внутриутробно, да, то есть он еще не видит, мы еще не видим, когда мы у мамы в животике. Но мы уже ощущаем, да, вот тут вот начинает двигаться, да, тут вот вода, а тут вот стенки матки, да, и вот. И это то, что будет, и нашу эмоциональность потихонечку там начинает настроить. То есть это первое чувство, оно наше, природное, родное, это не то, что мы выучим, да, а это то, что мы вспомним. То есть то, что мы сейчас делаем, да, мы вспоминаем, какие мы офигенные тактильные, да, и как это реально дает нам вкус жизни, да, чувствование себя, вот какой я живой, какая я живая, вот какая я сейчас. И это повод лишний раз прям кайфануть, это же я, вот это же я, и это я себе такое делаю, чтобы вот так себя чувствовать, да. То есть вот это вот переживание себя через вот это прикосновение, не через насилие, не должен, должна, а так правильно, неправильно, а именно как мне сейчас, с уважением к своим потребностям сейчас, да, именно вслушиваясь в себя сейчас, а сейчас-то с удивлением, а как сейчас? И тогда все потихонечку начинает раскрываться, потому что нас приучали, да, в дуальности, правильно-неправильно, должен-не должен, преодолевать, заставлять и все такое, сопротивлять. А сейчас прямо вот я настолько себе интересен, мне настолько прикольно, как вот сейчас это будет. Потому что каждый момент по-другому будет. Не, вот сегодня было так, а завтра будет вообще по-другому. И вот это отношение к себе, прям вот как будто бы новую настройку включаю. А как я могу с собой, вот, если я вот
так могу чувствовать. Вообще какой, какая вообще. Вот. Да, вот здесь прозвучала такая как бы избитая фраза, да, что, Юля, ты сказала, да, что здесь сейчас. Вот наше тело удивительное тем, что мозг, тело, да, нервная система, они живут только в настоящем моменте, больше нигде. Все, что нас переносит во времени, это ум. Да, назад, прошлое, вот это будущее. Но вся жизнь, вся энергия, все, вот, все, что мы чувствуем органами чувств своими пятью, да, вот запахи, звуки, оно все находится в настоящем моменте. Вот все, вся жизнь только сейчас. Весь Бог, можно сказать, он только сейчас. И мы через вот это тело, через включение тактильности, мы возвращаем себя в этот настоящий момент, по сути, ну, свое же божественное. То есть мы соединяемся со своей жизнью, мы себе тело берем, вот оно, наше тело. А то оно где-то болталось там, да, вот у нас мы жили в уме, а тело где-то болталось-то. А тут мы все, мы его взяли, мы его присвоили, мы наконец, можно сказать, воплотились на земле, вот это, вот, в свою жизнь через тело. С днем рождения. С днем рождения, вот, да, товарищи. Ну что? Я хотела сказать, что социум в 70-х, 80-х годах не позволял нам делать то, что сейчас было необходимо переключиться. Но вот это принятие своего тела, это мы так проживали. Наконец-то вот то прекрасное время, когда мы уже те, которые позволяют, не те, которые не позволяли, а мы те, которые могут себе позволить. Иногда ты не понимал, да, почему тебе это не решают. А сейчас уже можно, да, уже можно. Еще больше освоила, что это можно. Можно, что да. Это не можно.